Смерть Франклина Делана Рузвельта – большая потеря для миролюбивых народов всего мира. Умер великий государственный деятель, непримиримый враг реакции фашизма. Советский народ с глубоким прискорбием узнал о кончине этого выдающегося человека. Государственные учреждения Москвы в трауре. Приспущены флаги на зданиях посольств Объединенных Наций. Франклин Рузвельт, единственный в истории Соединенных Штатов Америки, 4 раза подряд избирался на пост президента. Рузвельт возвращается в Вашингтон после своего последнего переизбрания. Рядом с Рузвельтом Трумэн, нынешний президент Соединенных Штатов Америки. Рузвельт у могилы неизвестного солдата. Церемония последнего вступления Рузвельта в должность президента. Среди присутствующих его 13 внуков. На трибуне Трумэн. Рузвельт принимает присягу. До конца своих дней Франклин Рузвельт остался верным поборником развития и укрепления советско-американской дружбы. Ландсберг – один из промышленных городов Германии на пути в Берлин. Здесь уже отгремели бои. Фронт продвинулся дальше к германской столице, город Ландсберг в тылу наших войск. Речной порт. По реке Варте курсируют трофейные немецкие суда, перевозящие наши грузы. В городе обеспечены порядок и спокойствие. Налаживается нормальная тыловая жизнь. Трудоспособное население работает. Курсант Нечаев произведен в офицеры. Молодые офицеры Александров и Костин. Гвардии младший лейтенант Козлов. Сегодня они закончили курсы младших лейтенантов. Начали воевать рядовыми под Сталинградом. Стали офицерами на германской земле под Штеттином. Начальник курсов подполковник Грановский зачитывает приказ о присвоении курсантам офицерских званий. Молодые офицеры получают свои первые назначения на командные должности. Во главе своих подразделений они придут к окончательной и полной победе над врагом. Этот высокогорный край лежит на пути продвижения Красной Армии вглубь Чехословакии.
Уже апрель, а здесь, высоко над уровнем моря, еще глубокие, труднопроходимые снега. Враг считает высокие Татры неприступными. За ними жизненно важные для Германии военно-промышленные районы. Советский воин не знает неприступных рубежей. На этом участке фронта сражается семья патриотов Виноградовых. Старший лейтенант Владимир Иванович Виноградов, командир артиллерийской батареи. Его отец, командир соединения, полковник Иван Николаевич Виноградов. Отец и сын. Мать, военный врач Александра Васильевна Виноградова. По дороге наступления освобожден богатейший курортный район Чехословакии Старый Смоковец. Он славится в Европе своим выдающимся лечебным значением. Селение Поронино. Здесь в годы эмиграции жил некоторое время Владимир Ильич Ленин. С образом великого Ленина неразлучны воины Красной Армии-освободительницы. Румынский порт Констанца. По условиям соглашения о перемирии, Румыния возвращает Советскому Союзу имущество, вывезенное с нашей территории во время ее оккупации, станки и оборудование советских заводов. Тракторы и комбайны. Сельскохозяйственные орудия наших машино-тракторных станций и совхозов. По условиям соглашения, все советское имущество приводится в исправность за счет Румынии. Одесские трамваи. Личное имущество советских граждан. Транспорты с возвращаемым имуществом отходят в советские порты. Колхоз имени Сталина на Херсонщине начал весенний сев. Это хозяйство имело до войны миллионные доходы. Оккупанты нанесли ему тяжелый ущерб. Но колхозники уже в прошлом году собрали с освобожденной земли и сдали государству не меньше хлеба, чем в довоенные годы. Посевная площадь колхоза расширяется. Идет весенний сев зерновых на 4500 гектаров. В центре промышленного Урала начала работать мощная среднеуральская электростанция «Стройка военного времени». С ее пуском важнейшие оборонные предприятия Урала обеспечены электроэнергией. Турбогенератор мощностью в 50 тысяч киловатт. Главный распределительный щит среднеуральской станции. Вступила в строй еще одна новая станция на Урале. Красногорская теплоэлектроцентраль, питающая током Уральский алюминиевый завод и другие предприятия. Центр Советской Буковины, город Черновицы. Исполнилась годовщина освобождения Северной Буковины от фашистских поработителей. Народ Буковины торжественно отпраздновал это событие. На праздновании присутствуют представители Черновицкой дивизии, делегаты Донбасса и других районов Украины. Скоро на праздник спустились гуцулы.
герой Советского Союза Гуцул Казачук. На площади Коломка народные гуцульские пляски.